Так я, да? Да, Меломан. Меломан де просто асту переустхай. Екий дарегой атхенайой ортен пойонтай то дианусо. Какие сложные слова. Сколько предложений мы читаем? Как хотите, по два, по три, по одному. Можете остановиться пока. Хорошо. Так, пореустхай. Пореумай, сейчас я вообще... В ларе порео, по-моему, у дворецкого просто. Хорошо. Третье значение, кажется, как сейчас помню, надо взять. Да и все. Порео, медиально. А, медиальная О, хорошо. Угу. Странно. Пореуо. 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 Ага. Так, третье. Совершать путь, передвигаться, да. И ехать. Да. Мелома, это как раз имя этого кого-то, я уже забыла кого. Меломен — это глагол. Хорошо. Я просто пытаюсь... Он продвигается, это я насколько помню. Меломен. Меломен — это мы. Это третье лицо. Ой, первое лицо множественное число. Мы. Нет, я не про Мелло. Я понимаю, да. Я про Мелло, я думаю, что-то намереваться, собираться. Да. Мы намереваемся... через сейчас. Ну, глагол давайте, пожалуйста. Мы набираем, что мы намереваемся? Идти. Куда-то. Идти, ехать. Нет, это не через. Просто это не через. К. То асту. Астю. Мягко надо говорить. Астю. Не асту, астю. 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 Ну, посмотри. Так. Астю. А, это город. Хорошо, понятно. Город. Давайте заново прочитать еще раз. Нет, по-гречески. Меломен де просто астю переостай. Угу. И дальше. Екий гарвой атхнайой эортен поюйтай то дианусо. Да. Дионусо. Да. Получается, мы намереваемся к городу идти. Да. Давайте перефразируем как-нибудь, переведем, так сказать. Давайте все слова заменим, вообще все слова заменим. Вот смотрите, и тут есть «д», да? «Д» – это такое «а мы», да? То есть как бы некая противительность, да? Давайте заменим «д» на что-нибудь, что получится. Как можно начать предложение? С противительности, но без «д». Ну, «гар» можно сказать. Но «гар». Это... Нет, «гар» – это объяснение предыдущего предложения, это другое. Какая нужна мягкая противительная частица? Можно и пожестче взять. Главное, чтобы она была противительная. Алла, давайте так возьмем. Алла. Как заменить выражение меллумен? Как сказать по-другому, мы намереваемся? Алла. Полумай? Не знаю. Иметь в уме. Помните выражение? Гигноско? Нет. Нет. Но... Эхин, иметь в уме буквально. А, я не пропустила, видимо. Алла. Давайте где-нибудь напишем, что ли, смотрите. Ну, давайте, я не буду писать слишком длинно, у нас не про это, да? Алла. Как сказать, мы имеем? Эхомен. Эхомен в уме. Можете повторить, я не услышала. В уме, имеем в уме.
A human. Предлог какой будет? В. Ну, там должно быть N. N, правильно. A human N. Как будет ум? Нос. Да. Ну? Да, N. N-но. N-но. A human N-но. A human N-но. Теперь давайте просто астю заменим на слово в Афины без предлога. Эхумен энно. Алла эхумен энно. Что сделать? Куда, точнее, в Афины, как сказать? Так, в Афины это... Я забыла опять. Как сейчас... учебник называется, который мы читаем, так? Вроде Александрос называется как-то. Нет, Атхеназе. А, Атхеназе. А, да, точно, все. Атхеназе. Дальше. Глагол «парелский» тоже заменим на какой-нибудь другой глагол движения. Какие вы знаете? Так, «треху». Да, только... Ну, давайте, все, скажите, как получается. Допустим, «треху». Бежать. Бежим, да? Собираемся бежать. А, он должен быть тоже как-то в медиальной форме. Нет, не обязательно. Это особенность глагола «парелу», может, он медиальный здесь. Это же мы идем. Мы ну, собираемся. Так же как-то «трехумен». Да. Вы все вместе смотрите. Однако мы собираемся, мы имеем в уме в Афины идти. Алла. Эхумен эн но. Имеем в уме. Но. Эхумен но. Да. Атхенадзе. Да. Да. Трехи. Атхенадзе трехи, да. Атхенадзе трехи. Спасибо. А, ну давайте переведем, да. Что там дальше? Экей. Так. Окей. Там ведь афинские. Угу. Хеорте. А что такое хеорте? Хеорте. Там афинские праздники. Нет, подлежащие, давайте, наверное, да. Точно. Новой атхенайо афиняне. Афиняне, да, афиняне что они делают? Оюнтой, это, знаете, это справляют, давайте так, справляют. Справляют праздники. Нет, не праздники, нет. Хеортен, точнее. Так. Это будет праздник один. Праздник? Конечно. Кто Дионис? Ну, этого Диониса. Дионису, да. Там нет. Ведь афиняне. А что зачем нужен гар здесь? Ну, причина объясняется, почему они в город идут. Правильно, да. Ведь почему мы идем, да? Потому что афиняне там, окей, праздник справляет Дионису. Как будет здесь? И там, а здесь. А что надо, окей, заменить? Тоже на эпсилон? Н таутха. Точно, да. Экей энтхаута. А как будет сюда? Тоже не понял. Девро. Давайте писать. Давайте все вспоминать. Я хочу, чтобы вы знали все. Основное. Чтобы язык знали хорошо, да? Девро сюда. Да? Эн экей. Это там. Энтаутх это здесь. А как сказать Девро сюда, а как сказать туда? Не сюда, а туда. Экей, тоже экей, да? Только еще добавляем экейсе. Так, экейсе. Девро, экейсе. Хорошо, ладно. Хорошо, хорошо. Спасибо. Да. Присоединилась. Кто присоединился? Кто-то присоединился. Так, посмотрим. Кто-то присоединился. Сейчас запишу остальных. Евгений, я вижу, да, и Юрий, да. Ага, здравствуйте.
Сейчас мы вас тоже спросим. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Пожалуйста, да, Вячеслав, да, здравствуйте, Вячеслав. Дочитайте абзац, пожалуйста. Булей сютус теагонас тхиастхай кайтус хорус тусентей гортей. А не хочешь ли ты какие-то соревнования наблюдать и хоры тоже наблюдать, хоры празднующих, тех, кто находится в праздновании? Mm-hmm. Ну, участвующих в празднике, да, можно так сказать. Угу. Угу. А вспомните какие-нибудь синонимы слова «буломай». Это же «буломай», да? Хотите? Вот у нас есть «мело», не знаю, «но эхо», «эхейна». «Этхело», «тхело», они вроде одинаковые. Да. Еще один такой частотный тоже на «эпсилон» начинается. Возжелать. Вот так. Рао. Есть рао, это любить, хотеть, да? Эпитхюмео, я имею в виду. Эпитхюмео. А глагол хаумай на что можно заменить? Есть горао. Еще, да. Есть блепо. Горао, блепо достаточно, да. Блепо, горао, хаумай, да, спасибо. Ага. Эдуард, пожалуйста, следующий. Ходе Филиппос. Буломай, о патер, гуто спаниос гар прос то астю параметха. Хосадюнатон эсти мой эн тойс агройс эргазомено эортаскай агонас тхеастхай. Ну вот Филипп говорит, хочу, отец, ведь редко в город мы ходим, невозможно есть, невозможно, но невозможно, потому что мы в полях трудящиеся. Да, смотрите, давайте, во-первых, отметим два слова, которые связаны между собой, гуто и госта. Да. Вот вы мэнэдэ любите переводить так, как будто это гуто и госта. И не вы лично, а многие студенты, да? Мэнэдэ. На самом деле, вот эти частицы сильные, более сильные, чем мэнэдэ, да? Гуто так что? Так спаниус. Настолько спаниус, что в итоге адюнату на стену. Да. И еще, мой это датив, это мне просто. Это датив сингулярис. Для меня. Угу. То есть, получается, ведь так редко в город мы ходим, да, что мне невозможно... сразу глагол. Да, мне невозможно... смотреть праздники и соревнования. А теперь так называемый конъюнктум причастия смотреть. Мне каков? Мне в полях трудящимся, да? А можно перевести, поскольку я в полях трудюсь. Эргазамен это пассивное причастие, да, по-моему? Оно медиапассивное по форме, но надо помнить, что сам глагол отложительный. Эргадзомай. Потому что я работаю в полях. Мне, для меня это невозможно. Сейчас у меня тут сверлить начали. Как не вовремя. Да. Да, медиальное причастие. Какие-то есть вопросы? Угу. Нету? Ну, давайте дальше пойдем. Дальше Юлия, пожалуйста. Хэгу ун хэмин простас атхэнас опапия.
Веди же нас в Афины, отец. Давайте, да, еще одно, давайте маленькое. Ходе дикайополис, эсто ун фесин, кай го гарбуло май, тон дионюсон тиман. Дикайополис говорит, пусть будет так. Да, это третье лицо. Императив. Да. И я тоже, и я ведь хочу почтить Диониса. Ведь я хочу Диониса почтить. Да. Да, все хорошо. Да, тиман – это инфинитив от тимао. У них такие инфинитивы, таких глаголов. Тиман, никан и так далее. Хорошо. Евгений? Давайте до колона, только до колона. Эуде гопай мекакос легетус эргадзоменус энтойс агроис. Все, да? Да, да, пока это. Значит, хорошо, дитя, не... Сейчас, мы как услыгит ту... Ой. Не говори плохого о работающих в полях. Да, да. Да, не говори плохого о работающих в полях. Именно так, да. Михаил, это лимитационис, да, наверное? Или... Лимитационис, да, вы сказали? Как? Да, по-моему, неправильно все-таки. Как там эта функция называется с аккузативом? Мы недавно ее еще с инфинитивом проходили. Какая? Не понимаю. Оно ограничивает свойства. Какое слово? Ну, вот весь этот аккузатив. То есть ergas domenus. Вот. А говорить о вот этом. Или это другая функция? Нет, прямое дополнение глаголу lego. Почему? Я не очень понимаю. А, да, все, действительно. Не усложняйте, подождите. Uh-huh. Вы имели в виду релационис, да, тут нет его, по-моему. Uh-huh. Да. Так, а опай что такое, Евгений? О дитя. Да. А как сказать о жена? Люблю вопрос задавать так. О жена. О гюне. Нет, вот я поэтому люблю этот вопрос задавать. Кто может найти, как будет вокатив от слова гюне? Гюнай, кажется. Гюней. А, гюней. Да, у него гюней вокатив. Гюнай, как будто их много. Но сами жена одна имеется в виду. Одна жена, о гюней. Так. Угу. Давайте вы еще прочитайте, Евгений, одно. Заколено. Я не знаю, как... Гегар, да. Гегар Георгия из Хюрус Поэтус Антропус. Все. Сейчас. Из Хюрус я забыл. Из Хюрус? Хюрус? Подождите, а зачем вы переводите? Где? Я не слышу от вас ближайшего сказуемого. Георгия поей. Да. Поео это делать. Да. Земледелие делает людей решительными, могучими, твердыми. Ну, сильными, просто сильными, первое значение сильными. Угу. Угу. Так, Юрий, пожалуйста, продолжите. А, да. Тусменгар аутергус гимназий кайсхюнал, то есть парекхей. Тус де гергуменус андридзий. Диоти эгейры аутус эпипротом фахелиос. Анателлий. Значит... Вы не дочитали. Кайпареустхей? Кайпареустхей мало анкадзий энтойс агроис. Угу.
Значит, вот земледелие упражняет нас, как бы, этих крестьян, и упражняет крестьян, и силу им приносит, и делает земледельцев мужественными, потому что поднимает их, когда, как только встает солнце. И Парастхи мало Ананкадзе. Ананкадзо. Ананки отсюда, да? Ананкадзо. Ну, принуждает. Да, принуждает, да? Заставляет. Смысл, сам не понимаю, что она принуждает. И как бы настоятельно мало, очень сильно заставляет ходить в поля, на поля. Очень-очень заставляет, да? Я думаю, да, что, ну, как бы, не отвертишься. Не отвертишься. Приходится ходить на поле. Я думаю, так. Хорошо. Я так думаю, да. Так, спасибо. Анна, давайте дальше. Получается, тауто ун, да? Да. Тауто ун гэгэ перей, то есть эргад. Эргадзом меноис. Ну, еще одно. Иду ге метер геде то дейпнон параскеунай цей. Параскеуадзей. Параскеуадзей. Да, не увидела. А как вы перевели первое слово на строчке этой? Ой, не перевели. Эде. Не геде, там тонкое придыхание еще. Да, я так прочитала хэдэ. Это, да, мне послышалось, что хэдэ. Хорошо. Так, получается, вот таута ун, это как бы, как, поэтому же, и как бы, не надо перевести. Я не знаю, что такое. И давайте подлежащее. Да, хорошо, давайте подлежащее. Ферри. Земля несет, да? Да. Земля несет кому, чему, этим землевладельцам? Нет, тем, кто работает. Тот, кто работает. Это глагол эргадзумы. Это не землевладельцы, нет. Ой, да, я не знаю, почему я сказала. Как бы вот этим работникам на земле. Тем, кто работает. Угу. А что несет конкретно? Смотрите, тут есть аккузатив, да? Несет вот это вот. Вот это вот. Вот все вот это вот, да? Несет земля работникам. Да. А ун, это стало быть. Или конечно, либо и вот. Ну и вот, и конечно, и стало быть. Вот это все земля несет земля. Я тоже стал, как вы говорите, владельцем. Смотрите, как запоминается все. Работникам, тем, кто работает. Так, и дальше. Это тоже какое-то междометие. Иду. Иду. Вот смотри. Да. Вот смотри, мать. Так. Угу. Да. Мать уже параскеуадзей. Уадзей. Сейчас. Уадзей. Параскеуадзу это готовить. Готовить. Подготавливать. Ага, получается, она уже готовит обед. Да, уже готовит обед. Это уже, а как еще будет? Еще. Как? У меня проблемы с этими частицами. Значит, хорошо, неважно, кто вспомнит, кто как будет еще, не уже, а еще. Эти. Эти, правильно, давайте напишем. Эти. Так,
А как сказать, знаете что? Как, какой синоним несет? Вот смотрите, земля приносит вот это все работникам. Как, на что можно фэры изменить, Анна? Пареху. Пары, отлично, да. Это вы вспомнили, да. Это слово часто было в этом, да, в черном. Парехи, можно было сказать, да. Хорошо. А как сказать завтрак? Вот мать готовит завтрак. Тодейпно, на что он заменить? Такой утренний именно завтрак, ранний завтрак. Кто помнит? Аристон, есть такое слово. Аристон. Ну, хорошо, хорошо. Хорошо. С первого раза не запоминаются слова, даже с десятого не запоминаются, а раза с тридцатого запомнится, я надеюсь. Да, давайте, значит, дальше, Вячеслав. До конца абзаца можно прочитать. Так, мы с Колоном, да? Mm-hmm. Алла? Ну да, да, да. Хорошо. Алла кай тутото дейпнон хегегемин парехи. Хойдет хоитуса груз антропус кайме эргаздоменус упфилусин. Тойде эргаздоменой филуи висин аэй хойтхой. Так, да. Наверное, все-таки читали, да, вот Алла кай тутото. А, ну, в общем... Ну и вот этот обед земля нам приносит. Боги же не любят ленивых людей и не работающих. Значит, работающим же всегда боги есть друзья. Да. Примерно. Друзья для кого-то, да. Друзья для кого-то. Какая функция дативус здесь? Друзья для кого-то. Сакитиус, наверное. Да, наверное, может, комитативус, этот, да. Либо сакитиус, да, я думаю. Угу. Так, хорошо, Эдуард. Можно весь абзац прочитать. Угу. Вот де Филиппос алего фессин эт хеломен эргазест хай було майде кай прост ту Астю преус хай, кайтус агонас тхеаст хай. Филипп говорит, но я хочу трудиться, да? Но я хочу трудиться, также хочу пойти в город и смотреть соревнования. Все отлично, да. Да. Юлия. Хода дикайополис эугео пай фестин. Нюн де кайрос эсти дипнейн. Лимос гармелом бани. Дикайополис говорит, хорошо, дитя, теперь же время обедать. Голод... Голод меня держит. Ну, я голодный. Mm-hmm. Ведь я голодный. Ну, в смысле, да. Ну, ламбану это владеет мной голод, можно так. Да, ну, да? Просто я хочу есть, он говорит, да. Угу. Да. Меня охватил голод, как бы. Эуге, да, смотрите, вот это слово эуге, имейте в виду эуге, это хорошо, прекрасно, да, окей, эуге. Оно часто пишется вместе. Эуге, видите, да, о чем я? Да. Так, дальше. Евгений. Гомен он патер катаклинатай. Эпистибадос фюлон текай дерматон. Геде гене пауэтай эргадзомене кай паратон андра катидзетай. Угу.
Я здесь, наверное, Петр Малюк. Катаклина? Да-да. Катаклина, ты знаете, что значит? Это как бы ну, укладываться, ложиться, усаживаться, располагаться. Угу. Сейчас. Как мне это подлежащее сказуемое искать, да? Ну, вот этот патер катаклинатой, да, это вот основа. А стебадос надо переводить, правильно? Подожди. Отец катаклинатый. Что получается еще раз? Гуман... Ну, он усаживается или укладывается вот в какое-то... Да. Какой-то падеж, да-да. А вон нарисована эта штука, да? Какой-то падеж эпистебадус. А, получается... Получается генитив. Да. Эпис-генитивум, что значит? Эпис-генитивум. Просто на, запомните все. Эпис-генитивум — это на. Укладывается на... Вот эту, на эту стебас. Стебас-стебадус. Какое-то склонение стебас-стебадус? Третье. Третье склонение, да. Угу. Так. Фюгун, такай, дерматон. Это какие-то генитивы множественного числа? Да. Что они тут делают, как вы думаете? Не знаю. А, это, может быть, материалы? Да. Да, я думаю, да. Такой квалитатис, либо материи, да, набитый чем? На вот эту подстилку, набитую чем? Филон, тейкодерматум, да? Отделанную чем? Набитую и отделанную. Отделанную кожей и набитую, видимо, вот листьями. Да. Да. Это вот только что было, но мне этот глагол не очень знаком. Пау, что это? Да, знаком. Слово пауза, знаете, да, пауза. Ага. Знаете, пау в активной форме это кого-то останавливать, а паумой это самому останавливаться. Ся, угу. Тут я, да? Пауэтай. Значит, жена останавливает работу, но прекращает работать. Да. И, значит, ну, рядом с мужем, как бы, что там, присаживается, укладывается. Ну, да, усаживается рядом с мужем, к мужу туда усаживается, да. Ага. Хорошо, дальше. Юля, пожалуйста. Мы никого не пропустили? Сейчас был Евгений, да? А, пропустили, я перепутал, извините, Юрий еще. Юрий, пожалуйста. Похоже, в принципе, на нас согласен. Имена похожи. Не имена, у меня просто, ну, не важно, у меня тут просто написано непонятно, сам написал, ничего не понимаю, что написал, да. Давайте. Хэдэд хюгатэр дэйпнэн кай ойнэн парэк хэй птоматри катаклиномэно кай тэматри катхидзомэно. А дочь же и еду и вино приносит отцу лежащему и матери сидящей. Ну, я бы сказал так, что отцу, пока он лежит, и матери, когда она сидит, да, пока они сидят и лежат, да. Ну, да, все правильно, да, да. Хорошо, Анна. Давайте так видно, я думаю. Подепайс лагон тина паратопур. Параскиунадзей, кай аутос, гама дейпней. Угу. Угу. Так, ребенок параскиунадзей. Ребенок параскиунадзей, правильно. А у нас уже было только что это. Да, то Дейпнен Параскевадзе. Или мэтр Дейпнен Параскевадзе. Отец, мать готовит. Готовит, да, готовит. Угу. А, ребенок готовит
Где, надо акузатив найти, да? Так, вот я вижу пюр, но это не то, это то пюр. Это парату пюр. Это парату пюр, это акузатив. У огня. Да. У огня готовит. А что он готовит? Где акузатив? Лагон. Лагон, да. Что такое лагон? Раз. Получается, лагос должно быть. А, только через эту. Какую-то рыбу? Нет, это заяц. А, заяц, точно, я почему-то на другую, да, точно, зайцы на огне. А как будут зайцы, просто зайцы? Тут это латическое склонение. Латическое склонение. Я не помню. Ла. Никто не помнит, как будет зайцы во множественном числе. Ну, вы прочитали лаго, просто с долгой О, по-моему. С йотой подписной. Да. Я такого не говорил, но это правильно, да. Вот так получается, да? Вот так. Лаго. Ну, как бы лагой, но йота не читается. Вроде как не читается, но вот я не читаю, по крайней мере, йота никогда. Да, гой лаго. Зайцы. Да, атическое склонение. Так, и что там дальше? Кай аутос гамма дейпный. Аутос это сам он. И он кто там? А кто он? А, мальчик, да? И мальчик. Да. Гамма дейпный. Дейпный, извините, дейпный. Как бы одновременно с этим он дейпнул. Дейпнун, что такое? Мать готовит ужин, помните? Раскивази это дейпнун. А дейпнео это ужинает. А, дейпнео. Это глагол, все, я поняла. Да. Ужинает. И вместе, и сам одновременно с этим ужинает. Гамма это одновременно вместе. Так. Давайте дальше. Кто у нас дальше? Вроде Вячеслав должен быть, да? Давайте. Mm-hmm. Апейденюкс кигнетай хордикайополис нюн песин кайросисти катхеудейн кайтен хемеран менейн. Хемеран. Извините? Хемеран. Хемеран. Да, тут макроним сбил. Хемеран менейн. Ауриангар хаматей хемерей эйсто астю паревустхай меломен катхеудетум. А когда же, здесь, наверное, когда же, да, пускай да. Наступает ночь, Дикайополис да. Говорит, нынче вот, момент наступил, момент есть спать. А, и он очень, очень понятно, что это значит. У Мэна есть значение ждать. А, и ждать дня. Ждать дня, да. Так. Аурион. Какой-нибудь месяц, не помню, что это. Завтра утром. Завтра. Ага. Завтра вместе с днем в город хотим отправиться. Да, как будет послезавтра? Аврион завтра, а послезавтра. Не знаю, пара Аурион. Наверное, да. Насколько я помню, Метаврион. Метаврион. Да, логично. И спите же в императиве. Спите же. Угу. А что такое? Кстати, это выражение у нас было в хендауте, посвященном дативусу, сакиативусу. Гамма дегемер – это скиативус. А что такое ге от хэн? Одним словом, видите, вот здесь написано справа. Ге от хэн. Смотрите, мы отбрасываем тхэн, да? Остается просто гео. Какое-то слово гео. Что за слово гео такое? Не знаю. Второе атическое тоже. Геус, заря.
на заре, чуть заря. Реутхан, чуть заря, на рассвете. Угу, зарей. Угу. Зарей. Так, да-да. Дальше, пожалуйста, Эдуард. Метуполюн хронон ун гипностон филпон ламбаном. Можно, да, вот дальше предложение? А можно еще одно. Энде тойс гипнойс вопайс эотон оратус эн атенайс агонас тхеуменон. Спустя значительное время стало быть, вот сон захватил Филиппа, да, к Филиппу пришел сон, грубо говоря, да, и в этих снах его сын видит состязание, Реутон видит, Реутон, самого себя, Реутон. А, да, угу. Видит самого себя в Афинах. Хеоменон. Смотрите, еще один аккузатив на «не» тоже. Себя тхеоменон. Хеотон. Видите, окончание одинаковое. Он. Себя. Да. Видит, что он сам, что он делает. Хеаумай, да? Да, сам смотрит, да, получается. Это причастие, да? Тхеоменон. Тхеоменон, да. А, он видит себя, смотрящего состязание в Афинах. Да. А какая-то конструкция? Видит себя смотрящим, грубо говоря. Видит, что он смотрит. А, ну, если себя смотрящего, это должна быть инфинитивная. А, нет. Себя смотрящего аккузатив дуплекс получается. А причастие что тут делать? А, ну, это... А, сейчас скажу. Причастие с аккузативом, да, ведь у нас, по-моему, да, он называется... Да. Часть с аккузативом. Правильно, да, я назвал эти? Да. Ну, причастие, как это по-латински будет? Партиципиум. Аккузатив с кум партикипио. А, ну да, аккузатив с кум партиципиум. По-моему, все группы прошли эту конструкцию, да? Да-да-да, мы проходили. Я просто спросили, что такое причастие. Да-да-да. Да, а после каких глаголов оно вводится? Почему не аккузатив с кум финитива? А, чувственные глаголы. Да. Глагол чувства, познания. Verbo sentiendi, да. Да. Наскенди, да. Да-да, все хорошо. Так, дальше. Юлия, пожалуйста. Ультегар акуэйн пайтхэстхай пантата энте поле гигномена. Ведь он хочет слышать и видеть все, что происходит в городе. Да, здесь тоже аккузатив с компартикипио, на самом деле. Видеть то, что в городе происходит. Пантагигномена. Да, если хотите, еще прочитайте одно. Хочу. Давайте. Спасибо. Анерде тис паратен эйсодон тенту театру боа. Муж же, который или сейчас, значит, у входа в театр зовет, кричит. Кричит. А пара с аккузативом это у, да, около. Не только, но да, но и у, да, просто у входа в театр, да. Входа в театр кричит. Так, ну давайте дальше, да, Евгений, давайте. Девро элхете гополитай теастетус хорус кайтус агонас. Забыл, что такое девро. Туда. Туда. Сюда, не туда, туда. Сюда. Сюда, как хотите, входите. Желаете? Входите. Это глагол эрхума идти. Входите сюда, входите.
точно. Сюда входите, граждане, смотрите хоры и состязания. Хоры, да. Ну, это пляски имеются, хороводы, да? Хороводы. Как хороводы, да. Так, хороводы и состязания, правильно. Еще будете читать? Сами да. Гомен ун Филиппос прос аутон блепой годе анер аутис. Итак, Филипп, значит, ну, на него смотрит или просто аутон тут или туда смотрит? Угу. На него. Да. Просто аутон на него смотрит. Угу. А муж этот, видимо, продолжает. А, ему говорит, да. Снова. Аутист. А муж снова. Или в ответ снова. Аутхис. Угу. Так, давайте дальше. Юрий, пожалуйста. Опай. Рабулей тхаастхай кайсю, тус кхарус, тусам тхаатру. Иду тхо тусагонус. Эйгар аутус кайсю тхаа, хилиос хатхаос саймэлли эйнэй. О, дитя, разве ты не хочешь посмотреть, разве не хочешь найти и ты вот эти хороводы в театре? Вот. Смотри соревнования, если если, значит, их и ты смотришь, Бог будет к тебе благосклонным. У меня тут сверлят, да. Конечно, сложное предложение. Все правильно перевели, да. Всем понятно? Я боюсь, что не всем понятно. Михаил, можно? Еще вот да. Юрий, наверное, тоже это заметил. Здесь же тус хорус и хорус тус энтой театрой. То есть здесь тус употребляется хорус сначала в атрибутивной, а потом в предикативной позиции. Получается, сначала это тус хорус как артикль хорус, а потом тус – это уже, наверное, субстантив какой-то, да? Это просто как «которые», скорее всего. Те хороводы, которые можно перевести. Не «которые», это повторение артикля просто. Mm. Мы проходили это в самом начале. Mm-hmm. Блин, меня начали сверлить. Да сейчас, даже смотрите, можно было как написать. Можно написать, вот это зачеркнем, вот вы про это говорите, да? И вот это вот энтотеатр поставить в атрибутивную позицию. Тус энтотеатр хорус. А можно было просто повторить артикль? Да, да, все, я понял. Да, спасибо. Это начало Вольфа. Это не может быть который, потому что тогда был бы хус. Это тус может быть только у Геродота, Юрий. Тус, который... Ну, может, тут, ну, а почему бы нет? Ну, это же не Геродот, это же учебник итальянский. Они тут, может, вот в учебнике, который Александрос, они там разные диалекты имитируют. Может, тут тоже. Ну, допустим. Я с этим не согласен, но допустим, да. Ой. Ну, я согласен с вами. Да, ну, это понятно. Спасибо. Да. Смотри, да. Вот, смотри соревнования. Если ты будешь их смотреть... Ведь если ты их смотришь, то Бог будет благожелательным, да, к тебе. Собирается быть. Будет, то есть в будущем времени. Блин, не могу объяснять, потому что меня сверлится. Вот, сволочи. Годофилиппус.
А тут, тут получается, странно, да? Такая, несмотря на то, что это учебник, вполне осознанная игра, да, ну, Теоса и этого самого Тео. Ну, в смысле, зреть и богов. Не знаю, может быть, да. Запутывают. Запутывают специально. Специально. Так, давайте, Анна. Может быть. Подофилипос, уден. Так. А покрім номенос, плюс мен андрас хятай плесіадзонтас, то хятро полас де гінайкас. Там, получается, Филипп нисколько... Да? Да. Я не возвращалась к этому. Так, теперь могу. Филипп, уден, апокриноме... Апокриноме отвечать. Уден апокриноменос? Как бы не отвечает просто. Совсем не отвечает. Ничего не, ничего да. не говорит. Ничего не отвечает. Не что делает? Нет, ничего не отвечаю. Тхеатой смотрит. Полюс мен андрес. Да, на что смотрит? На множество этих каких-то мужей. Ну, можно говорить, людей, да, людей. На многих людей. Каких? Причастие. Плесиадзонтас, то театру. Плесиадзон это... Это... Сейчас я отойду на минуточку, секунду. Плесиадзон это приближаться. Да, значит, получается, каких друзей? То есть мужей, да? Плесиадзонтас. Которые приближаются к тому, к театру. Да, именно так, которые приближаются к театру. И на, как он также смотрит на этих женщин, на многих женщин. А также, да, и многих женщин, с другой стороны, да? И на тех, то есть, смотрите, получается, что он, Филипп, ничего не отвечая, то есть молча, да, смотрит на многочисленных мужей, с одной стороны, на многочисленных мужей к театру, идущих, приближающихся, а с другой стороны, на многочисленных женщин. Вот все. Так, Вячеслав, давайте. Полайде тутон ук хекусин эпейтимоси тонтхион, але вей булонтай горастхай хепопантон. Многие же из них не пришли, а почитать, наверное, для того, чтобы почитать Бога, но хотят... Нет, нет, тогда непонятно, что. Но так. Хотят, может быть, посмотреть на многое. Или если вы по Хорастхай, то тогда хотят быть посмотрен. Хотят, чтобы многие на них посмотрели. Конечно, многие на них посмотрели. Потому что хотят, чтобы многие на них посмотрели. Помните, такой анекдот есть? Я даже не помню, может, он у Янзина есть. Про то, что жене Сократа нечего было надеть на огонь. Вот она тоже вот так пошла, как они. Ей нечего было надеть.
А Сократ сказал, а что же нечего тебе надеть? А, холодно было, кажется. Надень мой вот этот грязный плащ, в котором я хожу. Он говорит, она говорит, как же я надену грязный твой плащ? А он ей говорит, что ты хочешь сходить на огонь не посмотреть, а ты хочешь, чтобы на тебя посмотрели. Вот так и здесь, да? Они хотят, чтобы на них какая-то конструкция гипоза с генитивом. Да, и гурастха – это именно пассивный глагол, пассивный инфинитив. Да. Так, еще будете? Решайте сами. Я постоянно мучаюсь, как сделать так, чтобы... Можно на секунду? Да. Вот это гекусин эпэйтимоти. Поровну было. Не знаю, как сделать так, чтобы всем было поровну. Поэтому, если вам показалось, что вы мало прочитали, читайте дальше, ладно? Я ко всем обращаюсь. Так, теперь вопрос. Да, извините, да, там вопрос. Гекусин эпей тимосим. Можно еще раз перевести? Потом? Ну, давайте. Они пришли, геку, это такой глагол с каким-то перфектным смыслом. Да. Ну и для того, чтобы посмотрели, ну, если... Тимоси, это чего вообще такое? Это существительное? Ну, это тима, он сосуитный, вроде, да? И... посмотрели, это почтить наоборот, да, тима? Мне не дают сказать потом, Евгений, вот это перебиватель. Дайте мне сказать, ладно? Можно я скажу все-таки, да? Тимао, да, это глагол слитный, тимао. У вас, наверное, задержка связи, как обычно, да? Тимао, тимоси, это почитать. То есть многие, пулай. Из женщины, кстати. Это выпад в сторону женщин, да? Многие из них пришли гэкусин. Ух, гэпэй, тимоси. Не потому, что они... как бы уважают, почитают кого? Бога. Вот так. Не потому что ух, тимосин, тонхеон. Это слитная форма, мы еще не проходили. Я сейчас не буду об этом рассказывать. Просто примите как факт, что это третье лицо. Тимосин. Тимаусин, как бы. Угу. Так, кто дальше после Вячеслава? Эдуард, да? Можно ли, да. Так. Айгар агай тоялтай катак катаскопунтай эаутас эпископус декай эй тис алос аутас тхеатай палакис декай эй стайс эаутон скиес апоблепусин. Так. Всегда ведь это всегда, по-моему, да? Всегда ведь именно такие пристально смотрящий эаутас, это вот эаутас, это у нас куда-то, да, вот на это, в смысле. Гайто яуто, то есть такие женщины, не все, вот такие, которые любят, чтобы на них посмотрели, да? Да, именно такие. Да, они катаскопео. Пристально смотрят. Видите, это медиально еще, да? Катаскопунтон. Они следят за собой, за своей внешностью, наверное. Я думаю. А, пристально следят за собой. Ага, пристально следят. Как они выглядят. За самими собой, да? Да, пристально. Эти же... Ну, следят за тем, как они выглядят, в общем, в чужих глазах, да. И... смотрят эпископуси и смотрят и на друг и смотрят как и смотрят что другие, да, ну то есть на других смотришь, алос тис алос, что другие, нет, это не других, алос это не другие, да, здесь. А ус это... Нет, это не другие. Сейчас, секунду.
А другой, тут есть другой, следующий, ближайший. Может быть, не во-вторых же, да, это чужие, незнакомые, незнакомый, чужой еще может быть вариант. Ну, имеется в виду единственное число, наверное, имели в виду, да? Конечно. Другой. А, да. Ну, я это имел в виду. И другой Тхатай тоже смотрит на них. А-эй. Ли. Ли, да. Другой ли смотрит на них? Нет, ну почему же другой ли? А кто еще может смотреть на них? Нет, это не так. Вы думаете, что если Эй стоит рядом с Тис, то обязательно к нему относится? Да, но это не так. Он может к глаголу относиться. Смотрит. Получается, да? Смотрит ли? Смотрит ли, да. Смотрит ли другой? Какой-то другой. Тис Алос. Кто-то. Кто-то. Кто-то другой. Тис Алос. Да. Кто-то другой смотрит ли на них? Ага. И если часто если часто Апоблепусин, ага, если, ну да, Апоблепусин тоже смотрит, да, что-то высматривают. Подглядывают, может быть. Подглядывают, да. Угу. Подглядывают, Скиас, это Тим, по-моему, да, ведь Скиас. А, что-то я тут запутался. Ну, я не знаю, тут так просто все. На что они смотрят-то? На тень, получается, нет? На тень. Тени и тени – это два разных слова. А, то есть на их тени, что ли, смотрят? На собственные тени. Да, на собственные тени. Я тоже не очень понимаю, что значит на тени. В смысле, себе за спину смотрят или... Не знаю, кстати, у кого есть идеи какие. Вот какие-то модницы, что ли, да, смотрят на собственные тени. Что это может означать для модниц? Я не знаю. Они настолько влюбленные, что даже тени свои смотрят. Да? Нет, я думаю, они посматривают на тени, чтобы понять, все ли хорошо в их внешнем виде. В смысле, зеркал рядом нету, а они как бы подглядывают, насколько там, может быть, на них платье хорошо сидит, смотря на собственную тень. Может быть, такое? Ну, обе версии, в принципе... Разумные, да. Ну, тут сложная феноменология вообще. То есть это вот про людей, которые ходят не смотреть, собственно, на само зрелище, а смотреть на то, как все побочным образом смотрят друг на друга по поводу зрелища, да. Не знаю. Я подозреваю только, что это какая-то... Почти цитата из Аристофана. Может быть, в Аристофана где-то кто-то смотрит на тени свои. Ну, ладно. Давайте дальше пойдем. Может быть, и так, да. Так кто дальше читает? Вроде я. Давайте. После Юлия. Эдуарда. Да. НДТ Худо, Хо Филиппос, Кипиан Гауту Филон, Горан. Филон хора пласиаджанта. На дороге Филипп видит. Да. Своего друга Гиппия. Ну... Конструкция, какую конструкцию видят? Ну, это тоже аккузативус кум партикипио.
Да, он видит, что. Видит, что его друг Гиппи тоже подходит, да? Да, приближается, приближается. Приближается. Да. Можно так. Еще одно маленькое? Ходе Гиппиас Хайрефестин о Филиппе Типратейст. Гиппи говорит: здравствуй, Филипп, как дела? Да, как поживаешь, да. Угу, да. Так, Евгений, пожалуйста. Хайрекасю офіле. Теомай пантата енте еорте гігномена кайтус андрас кайтас гюнайкас. Все, тормозно здесь. Ну, будь здоров и ты, друг. Смотрю, ну это он отвечает, видимо, на вот это, да, типратес. Посмотрю на разное происходящее на празднике и на мужчин и на женщин. Да, правильно, да. Да. Ага. Юрий, пожалуйста. Нилс гар просто астю преумай. Кай госпер ксенос и ми энатхенос. Редко я прихожу в город, и как чужак я в Афинах. Да? Отлично. Анна? Годы и пес. Алла полоймен тон атхинайон нюн фэсин эйс то тхатрон фэсин эйс то тхатрон спелдусин полойде эдэ эн то тхатрон катхин цоминой тус хорус тус то ту дё нюсу Тхионтай. Тхионтай. Тхионтай, да, Тхионтай. И этот Иппи говорит. Уже Иппи зовут, да, как-то так? Иппи. Ну, Гиппи, да, Гиппи. Гиппи, да. Но много... Но как бы многие Атхинаюс. Тон Атхинаюс это как раз... Партитиус. Да. Партитиус. Из числа кого? Из числа афинян. Да, можно переводить на русский язык. Многие афиняне просто. Афиняне. Многие афиняне. И нюн это же как бы сейчас. Сейчас, Афиняне? Да. Просто сейчас, да, чего. Угу. А, дальше продолжение идет, я поняла все. Конечно, конечно. Так. В театр идут. Угу. Спешат, угу. Да. Многие уже. Да, это же уже, да? Уже. Да, в театре. Катхидзума, я забыла. Так, Усаживаться, усевшись. А, все, просто они усаживаются и... Усаживаясь, да, в настоящее время пока, да, усаживаясь в театре. Праздники. Тхионты, подожди, тхионты, что делают? Вот они усаживаются, и что они делают, тхионты? Они... Хаумы. Сейчас. Ну, они как-то что-то смотрят, да, глядят. Да.
А что они смотрят? Аккузатив. Какие-то представления. Пляски почему? Пляски. Вот это вот туз-туз как... Это, по моей версии, это повторение артикля. Да. По версии Юрия, которую мы отвергаем и осуждаем, это которые... Это просто пляски, да? Ну, как бы, они просто смотрят эти, как бы, пляски в честь Диониса. Ну, просто пляски в честь Диониса, да. Да. А можете еще раз все предложение перевести, значит, вот EPS, чтобы все вместе сложилось? Ну, Хиппи говорит, да. Многие афиняне... как бы они тут. В театр они спешат. Не тут, сейчас спешат. Да, сейчас. Многие уже в театре сидят. Нет, присаживаются. Рассаживаются? А, да, они, многие уже рассаживаются, и как бы пляски Диониса этого смотрят. В честь Диониса, да, смотрят. Рассаживаясь, они смотрят пляски. Так, дальше у нас кто? Дальше у нас Вячеслав, пожалуйста. Тиук из Рекхометха, Кайгенейс, Кай Теометха, Тусагонас. Малакалой Гайси. Почему бы, наверное, что и мы не отправимся и посмотрим игры? Очень ведь красивые есть. Почему бы нам, да? Почему же мы, да? Не пойдем, да. Да, да, да. Идем дальше, да? Кто-то вопрос задал. Эдуард. Es her, es serhantai un gode Filippos kai go hippias eisto theatron kai kathizantai. Ну и вот... Стало быть, Филипп и Гиппи входят в театр и усаживаются. Да. Еще будете? Дальше. Да. Эн о де тхеонтайтус агонас иду о тхеос аутос эн то театро парестин. Так. Так, и тхеонтай. Смотрите, я поясню. Вот это го, это датив. Дательный падеж. Йота подписная есть. Так, что ты не пишешь. Это, я думаю, к театру относится. В театре. Ой, не туда нарисовалась эта штука. Ну и вот они в этом театре, получается, смотрят состязание. Уже, да, запятая, готеос, и сам Бог в театрах посетил, по-моему, да, посещая пары, да? Присутствует. Присутствует, да. Пареми, да, это глагол? Да. Пареми. Уже сам Бог в театре. Но Дионис имеется в виду, конечно, я думаю, да? Понятно. Не Посейдон, да, а вот именно там, именно как раз Диония, да? Так. А Юлия? Хоун Дионисус мегабоа кайлегей опай сюментус хорус теа энто театро кай эме хуто тимас. Вот Дионис сильно кричит и говорит: «О, дитя, ты смотришь пляски в театре и меня так почитаешь». Да, таким образом меня Почитаешь.
Отлично. Евгений. Угу. А, так, сейчас. Я пропустил. Парастинг было, а потом после колона легий, вот мне прямая речь, да, Гопай? Нет, это я уже читал, Тиму. Тиму, вот я подчеркнул. Тимо декай эго сете кайтон патера су. Аэй гар мала поней энтоис агроис кайтон ампелон эпимилейтай кай полюн ойнон поей. Значит, славлю и я тебя. Тебя. Акузатив. С. И твоего отца. Значит, потому что всегда очень трудится в полях и виноград, ну, ампелон это лоза, да, ну, в общем, заботится, много заботится, да, о лозе и производит много вина. Да. А как сказать, я почитаю твою жену твою? Получается тен гю тен гюнен су? Нет, не гюнен, это третье склонение. Какой там генитив у слова жена? Гюне? Генитив какой? Гюнес. Не помню. Гюнайкос. Гюне гюнайкос. И акузатив будет. Давайте я напишу. Значит, смотрите, кстати, да, вокатив будет гюной, да? О гюной. А акузатив будет тен гю найка. Тен гю найка. Тунги найка су, Тимо. Да? Так. Все, все остальное правильно, да, хорошо. Так, кто дальше у нас? Дальше у нас Юрий, пожалуйста. Эго гарай хюмас эпископу, кай хюмейс мэмэ харата, пантаху гар парэми кай тимо тус агатхус, кай тус эргадзамэнас тус декакус, кай аркус антимадзо. Я всегда слежу за вами, и даже если вы меня не видите, да. Я присутствую везде и уважаю добродетельных и работящих, а плохих и ленивых не уважаю. Я подчеркну для всех, да, смотрите, вот есть хорошее выражение, кай-эй, даже если, можете записать, даже если. Угу. Дальше. Анна. Так, колос, да? Колос он кай агатхос ай истхи попай эпи эго кай гой алой пхеой пантес ай се пхеометха. А можешь повторить кай это? Даже если. Получается, прекрасен же. Есть. Истхи. Вот надо с истхи начать. Ну, истхи — это инфинитив, насколько я помню. Императив. Будь. А, точно, даже императив. Будь прекрасным же. Текай — это...
Текай, это и колос, и агатхос одновременно. Колос, текай, агатхос. А, как бы, ну, агатхос это же получается какой-то гендиадис, потому что это тоже как бы хороший. Максим, гендиадис это... Знаете выражение калокагатия? Калокагатия. Нет. Когда берут слово колос и агатхос, их совмещают. Калокагатия. Смотрите, агатхос это значит хороший изнутри, внутренними качествами, душевными, а колос внешними. То есть будь хорош во всех отношениях. И снаружи, и изнутри, и в душе. Можно, ну, иногда период просто, наверное, красивый и добрый, да? Красивый и хороший. Mm-hmm. Будь тогда прекрасен во всех отношениях у дитя. Так, хэппэй, это же тоже как-то ведь. Так, ну, поскольку, так как. Угу. Подлежащее, новое подлежащее. Эго кой кай гуй аллой. Эго кай гуй аллой. Ну, я и как бы остальные. И пантос, все остальные боги. Да, все остальные боги. А ей всегда тхеометха сэ. Тхеометха, тхаумай, да? Да. Что такое тхаумы? Только что было. Да, смотрим сайт на тебя, получается. Смотрим на себя. Так, еще немножечко, да, Вячеслав. Репайс малофабейтой, кай апокринест, хай булицей Аллатон Тхион. Укети горай. Мальчик очень боится и ответить хочет, но более Бога не видит. Уже Бога уже не видит. У Кэти гора уже не видит. Угу. Так, Эдуард. И давайте так, Вячеслав, прочитайте еще одну до начала цитаты, пожалуйста. Скотус де гибне тэй пантоху кай го пайс легей. Появляется отовсюду звук, наверное, шум, и мальчик говорит. Да, пантаху повсюду, да? Как будет по-латински пантаху? Ubiquae или... Как... Вроде да. Да-да, хорошо, ubiquae. Дальше, угу, дальше Эдуард, можно до конца отдаться. А только это темнота, скотус. А мы как сказали? Я сомневался в этом. Я не понял, как мы сказали, да, это темнота, скотус, да. Угу. Да. Ой, мой тьми, гигнетай, туэстин го гипиас, уэси пантес хой аллай, антропой. Боэйте, боэйте мой, о папия, уэйсю содземе. Ну, это что-то возглас, да, какой-то ой мой, по-моему. Ой, что происходит? Где Гиппий? Где все другие люди? Боите, боите. Бой, это кричите, да? По-моему, боите. Нет? А где кричите? Нет, не кричите. Какое слово? Боит хейте. А, помогите, помогите. А, помогите. Да. Да, да, помогите, помогите мне. Папия, это дедушка, да, по-моему? Папия это вроде. Угу. Где ты есть, спасибо. Не, мне кажется, это не дедушка. Я еще, кстати, забыл, извините. Папия, по-моему, отец, батюшка. Да? Батюшка, да-да-да. Папенька, да? А дедушка как будет? Там тоже что-то по... Папус. Папус, да. Вот. Папус. Спаси меня, содземе. 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 Так. Так, Юлия, да? Весь абзац. Эндетуто хо патер просхорей то пойди. Хай тиса гигнетай опай фесим.
Επαίρεσε αυτόν. Επαίρεσε αυτόν. Γιατί Βοάς τάρει. Да. В это время отец подходит к ребенку и говорит, что с тобой происходит, дитя? Поднимайся. Почему кричишь? Тхарей. Это частотное слово такое, это смелее. Ну давай же, да. Смелее. Смелее, да. От глагола тхарсео. Наверное, ну, есть глагол тхарео, но вы его не найдете, видимо, в словаре. Тхарсео надо искать. А вот я смотрю, он меня перенаправляет с тхарео на тхарсео. Ну вот, там два варианта. Угу. Да. Да, поднимайся, что ты кричишь? Давай, смелее, что-то не бойся, да? Не бойся, тхарей, тхарей, смелей. Так, Евгений. Годе Филиппос экс хюпно Эгейретай фобуменос малакай опапия фасин ту лойпуа и мета су энтоис агроис ргадзес тай мело гогар теос атимадзей тус аргус. Аргус. Значит, Филипп пробуждается ото сна. Да. Uh-huh. Фобуминус это что это? Со страхом что-то связанное? Да, фобео мои боятся, да. Фобуминус мало, мало фобуминус, очень. Сильно напуганный, да? О, отец говорит. Лойпус. Лойпу – это впредь, то есть в будущее, в оставшееся мне в жизни время, то есть в будущем времени, впредь. Да, значит, впредь всегда вместе с тобою в полях хочу работать. Переводите «мэлло» как «хочу». «Мэлло» – это все-таки, ну, буду, как бы планирую, собираюсь работать, да. Угу. Да. Потому что Бог, ну, как не уважает, да, бесчестие ленивых. Да, аргус ленивых, ведь он не уважает, да. Так, ну что, Юрий, дочитайте до конца абзаца, да? До конца главы даже. Рудикариополис, ау хэсюхат за нён, упай хэхэдзюн, юптон хэтхэдэ. Гартхиос, Хелиос, Истисой, Хайрей, Эйхой, Антхропой, Аутон, Тимосин, Хаэсто, Астю, Эркхантей, Тенхартен, Ауту, Хеврейн, Боломиной. Да, Криополис говорит, но успокойся теперь, дитя, и усни сладким сном. Бог благосклонный к тебе и радуется, если люди его почитают. И значит, и хотящие хотящие посмотреть его праздник направляются в город. Да, ну, я придаточный перевод, когда хотят, да, когда хотят, или если хотят посмотреть на его праздник, тогда они в город отправляются, да. Все, спасибо всем большое, да. Отдыхаем. Ну, 10 минут, как обычно. Спасибо. Да? Если вы кем-то уходите, до свидания. Так, мы, получается, ну, вот это сюда почитали, да? Михаил, какая страница это? В файле 103, а в книжке. Что-то не написано. 182. А, написано. 182. Mm-hmm. Спасибо, да.